В работу года экологии все активнее включаются не только общественные организации, но и представители малого и среднего бизнеса. По их инициативе сегодня в Якутске прошла социально-экологическая акция «Чистый город детям». Участники провели субботник в одном из самых посещаемых мест в центре столицы. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Летний сезон в излюбленном месте многих горожан сегодня начался с практического повышения экологической культуры. Участники акции «Чистый город детям» помыли площадку в Водяновой и собрали более 100 мешков мусора с территории Талого озера. Городской субботник стал возможным благодаря неравнодушным к экологии города сотрудникам Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования, а также клининговой компании. На самом деле чистота – это зависит от нас. И только каждый, если из нас делает какой-то шаг к чистоте, только тогда наш город будет чистым. Поэтому эту социальную акцию экологическую мы хотим проводить регулярно, привлекая не только взрослых, но и детей, чтобы наши же дети жили в чистоте и сами делали эту чистоту. Эта акция должна стать хорошим примером для всех людей, которые неравнодушны, чтобы наши города, наши населенные пункты были чистыми, зелеными и благоустроенными. Всего в акции приняли участие около 200 человек. В их числе бойцы стройотрядов Якутии, сотрудники и школьники Саха гимназии, общественный деятель Антон Васильев и многие другие. Кроме них, к акции присоединились мамы и дети. Мы были очень рады сегодня участвовать в акции, социальной акции по уборке территории и по мытью аттракционов. Потому что сами знаете, что чистота – это залог здоровья. И очень здорово, что дети будут играть на чистой площадке. Очень яркие, красочные тут аттракционы. И они все заиграли на солнышке. Социально-экологическая акция «Чистый город детям» не только привлекла внимание горожан к проблеме экологии, но и подарила детям целый праздник. Организаторы провели для детей и их родителей веселые старты, конкурс стихов и песен о чистоте. Отметим, что отныне акция станет ежегодной, что вдвойне обрадовало всех маленьких и взрослых горожан. Марьяна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.